سيوشن سبحانه وتعالى برشيزك بروكو محمد صلى الله عليه وسلم قالت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أو محمد وإذا سألك عبادي عني يسلا أبا مني وتبيا سبروشت ماي ربي то я близок, то я близок. Приводится в ревайте, когда сахабы обратились к посланнику Аллаха, саллаху алейхиссалям, к нему обратились сподвижники и сказали, «Абаидун, абаидун Раббуна, фанунаджих, ау карибун, абаидун Раббуна, фанунадих, ау карибун, фанунаджих». Говорит, наш Господь далек ли от нас, чтобы мы к нему взывали, или он близок от нас, через которого мы бы тихо просили бы у него? На что Аллах Субхану Таалин спасла в этот момент эти аяты. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أو محمد если обо мне спросят мои рабы, то я близок. То я близок. То есть Аллах Субхану Таалин близок к нам, чем наша сонная артерия. И в таких подобных аятах Всевышний Аллах Субхану Таалин говорит всегда قل. То есть скажи Мухаммад. Если когда у пророка Мухаммада саллаху алейхи спрашивают о том или ином, يسألونك عن الخمر والميسر قل. فيهما إثم كبير وما نفع عن الناس. أو محمد تجي спрашивает касательно الخمر والميسر касательно البناء يزارتных игр قل скажи. يسألونك عن المحيض قل. женщины спрашивают о своих днях скажи. И идет ответ. يسألونك عن الأهلة قل и так далее. спрашивают тебя الأهلة когда заходит новый месяц скажи и везде скажи скажи. Но однако здесь سبحانه وتعالى сказал وإذا سألك عبادي عني если мои рабы спросят обо мне человек уже ждет слово قل скажи то есть в аяте что приходил قل скажи но однако здесь سبحانه وتعالى не сказал قل а что فإني قريب то я близок то есть Аллах سبحانه не сказал пророку Мухаммаду صلى الله عليه وسلم о Мухаммад если обо мне спросят мои рабы скажи что я близок нет а что если обо мне спросят мои рабы я близок Аллах سبحانه وتعالى даже посредничество между Аллахом и мольбой раба Аллаха не ставит даже пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, а сам отвечает.